мало ли что, где-нибудь совершить корректирующий маневр. Так, и в принципе мы все равно находимся в нужную сторону нашим углом. И ну, давайте ускорим время. Так, мы сейчас начинаем уже потихонечку подвигаться к самым неплотным слоям атмосферы. Но, кстати говоря, почему происходит горение? Даже вот почему оно происходит именно в верхних слоях атмосферы? Все говорят, ой, там типа горение в верхних слоях. А все потому, что двигается объект в верхних слоях атмосферы с такой дикой скоростью, да, что настолько все нагревается, что этому как раз вот достаточно, чтобы нагреть. А просто до нижних слоев атмосферы, ну, просто скорости не хватает, чтобы совершился нагрев. Если бы, конечно, только объект не будет падать прямо, что называется, по прямой, то, возможно, если он останется целым, да, до конца полета, то мы увидим горение до самого-самого конца. А так, обычно, как раз, торможением атмосферу, то есть трение воздуха настолько грандиозное, что именно трение в атмосферу происходит такое сильное, что процесс горения к тому моменту уже практически отсутствует. Так, стабилизацию включим. Сейчас немножечко будем совсем редко включать. Ой-ой-ой, как ботает на ускорении. Сейчас, по идее, должно начаться горение. Чуть-чуть ближе к плотным слоям. Так, ну держись, держись, ты что ж тебя сваливает? Вот, а вот оно началось. Как вы видите, горение идет. Я пока доволен пока скоростью нашей снижения, потому что мы входим достаточно все равно под мягким углом. И даже поверхность относительно ровная. То есть, что нам позволяет, в принципе, не сильно бояться там каких-то опасностей. Так, и, наверное, выкину, подготовлю к выбросу парашюты. Несмотря на то, что горение еще не прекратилось. Красиво идет, кстати. Остатки молота нашего. Так, становимся максимально по... Потому что парашют выбросит именно в противоположное направление нашему полету, да? И чтобы этого не произошло... Так, точно выбросил парашюты? Так, а парашюты почему не сработали? Вот. Вот, теперь я их выбросил. А вот это уже что-то мне как-то... Хотя, в принципе, нормально. Нормально, идем. Надо было чуть-чуть раньше парашют выбрасывать. Но с другой стороны, парашюты тоже на самом деле не выбрасываются прям в верхних слоях, потому что они бы тупо сгорели бы. То есть, какие материалы должны быть для парашютов. Так, RCS оставляем, а вот стабилизацию выключаем. Давайте немножечко потратим еще RCS. Мне нужно буквально капельку, хотя даже до стабилизации особо и не нужно нам использовать. Так, скорость немножечко мне не нравится. Давайте немножечко погасим ее. Поможем нашим парашютам. Ну и последний. Напоследок я оставлю сам, на самый-самый конец. Уже когда все парашюты закончились, ну, и в принципе даже ничего не оторвалось. Так, RCS мне сейчас я включен, чтобы у меня его хочу оставить именно на стабилизацию, чтобы его что называется, включая стабилизацию, чтобы максимально стабильно случилось приземление именно на грунт. То есть данная конструкция вообще не предназначена для приземления на воду, потому что вода просто своим ударом бахнет, что называется, по движкам, и они просто развалятся. Ну что ж, ступень бота успешно приземлилась.
Теперь мы можем переключиться на наш десятитонник, который находится на орбите, который почему-то не десятитонный. Давайте еще раз посмотрим информацию о нем. Да, почему-то 9.75, вот неизвестно почему. Так, и у нас нет, жалко, что нет никакого, конечно, с одной стороны, активного оборудования. Вот. А почему только один? Я хочу все выпустить. Надо было какую-нибудь экшн-группу назначить. Немножко смахивать на спутник один, который был, выдвигался. Ну, в смысле, на первый самый спутник, который выбрасывался именно на орбиту. Так, включаем, активируем монопропеллант, чтобы можно было использовать. И жидкое топливо с окислителем. Так, ну что ж, попробуем куда-нибудь запустить это дело. Я думаю, самое идеальное будет, если мы его забросим как-нибудь на угол рядом с минусом, чтобы он прилетел и вернулся обратно. Давайте попробуем, возможно ли это или нет. На Мун, конечно, я более чем уверен, что он долетит, а мне вот интересно замахнуться на большее. Так, орбита. Маневр, типа, я уже пропустил, да? Да мне особо и не интересно было отсюда маневрировать, мне просто нужно было посчитать. Так, сначала мы, кстати говоря, должны поправить инклинацию, потому что инклинация у нас дико некорректна. Поэтому отменяем тоже маневр все равно. И делаем первый маневр именно на смену инклинации. Так, и вот когда вот оно так дернулось, означает, что мы уже очень либо близко, либо даже перестарались. 0,3. Да, уже перестарались. То есть нужно теперь потихонечку обратно. Кстати, если хотим тянуть быстро, да, то нужно тянуть вверх. А если хотим тянуть медленно, то, например, можно вот этой штукой брать и очень медленно подправлять вниз. Сейчас мне нужно как раз таки вот сюда. И вот потихонечку можем полигонечку приводить наш вектор туда, куда нужно. Как-то он не хочет особо выравниваться в нолик. А почему? А что не так? Да, иногда меня как бы игра немножко удивляет. Но здесь уже 0,4, все верно. А здесь 0,3. Странно. Не хочет. Ну ладно. Мы, в принципе, ого, вот эта маневренность. Без всякого RCS, а просто... Вообще супер, супер маневренная штука. Так, через 2 минуты, в принципе, как раз будет у нас точка для выравнивания наклона. Видите, кстати говоря, на поверхности, да, уже, то есть на орбите, все точки по смене маневра, то есть достаточно, на самом деле, тяжелые. Тяжело это все происходит, много топлива тратится, много импульса надо приложить. То есть гораздо меньше нужно тратить импульса у нас. Так, и вот теперь вот здесь вот я могу брать немножечко RCS, N делаю, и он у нас, например, выравнивается в противоположную сторону, 0,2. Угу. Все еще происходят новогодние бабахи, после новогодние уже, правда. Так, и вот здесь уже 0,2. Ну, в принципе, не критично. Что называется, мы же идеально просто пытаемся что-то сделать. Так, давайте маневр. И попробуем. Так, конечно, гравитационная катапульта, это очень интересно, но это не то, что мне необходимо. То есть можно пролететь рядом с минусом и... Вот это вот то, что мне нужно. Нет, вот это опять гравитационная катапульта. Так, через 30 минут где-то. Вот эта маневренность вообще жесть. Я просто чуть-чуть дернул, и у меня просто как
заводной разворачивается. Через 30 минут мы начнем наше ускорение, всего лишь нужно 907,5 метра в секунду. Правда, не забываем, что у меня практически нет никакого полезной нагрузки, да, я не несу это. Практически бак только сам, да чуть-чуть еще всякой ерунды, то есть не будем забывать об этом, что, конечно, больше понадобится для того, чтобы получить какой-то положительный результат. Но, тем не менее, мы полетаем. Беспилотный, конечно, полет. Никаких научных данных особо не принесем. Просто, что называется, докажем, что это возможно. Так, говорит примерно 37 секунд, поэтому, как по старой схеме, за 37 секунд я все равно начинаю немножечко давать полный газ. Тут же его сбрасываю. То есть, и уже вижу, что 36 секунд, делено пополам, 18 за 18 секунд. Опять начинаем наш разгон. Только уже в полной мере. Поразительное вообще на самом деле. У нас еще куча РСЕСа получается. Ну, монотоплива остается. Для различных прочих маневров. Я стараюсь сделать все время орбиту такой, чтобы она, ну, пока что я хочу, чтобы сразу все возвращалось. Что происходило? Так, тут я перестарался. И, наверное, здесь уже догазуем как раз таким монотопливом. Так, неплохо бы РСС купить. Ключи для начала. В принципе, даже можно немножечко помочь двигателям. Только крайне, по чуть-чуть. Ой-ой-ой, что это было? Ого! Значит, сначала он пройдет возле... А почему нет? А давайте так и забабахаем. Очень даже классно получается. Так, только РСС вырубаем. Сначала он пройдет орбиту около Луны. То есть около... Сначала пролетит эта штука около Минмоса, да? Вот. Его там мотнет. Жалко, что, конечно, беспилотный полет. Потом на следующем обороте его дернет об Луну, об Мун. Не об Луну, а об Мун, так будет правильней. И после этого, кстати говоря, давайте нашу точку маневра-то уберем. А то как-то странно все это получается, да? И потом его на следующем обороте, он должен, короче, еще и около Луны побывать. Так, и после этого еще и приземлиться на Кербер. То есть вообще одним махом такой хороший полет происходит. Так, и где ты наш? Минмос. Пока еще подлетаем, правда, к нему. Давайте немножечко ускорим время. А вот он сейчас будет по левую сторону от нас. Посмотрим на эту руку. Где он? Вот он, наш Минмос. Посмотрим, насколько близко мы к нему приблизимся. На самом деле, совсем не близко, достаточно далеко. То есть все, мы вот буквально чуть-чуть побыли в зоне действия. Ну, высокую орбиту все равно около Минмоса получили. Теперь давайте посмотрим, как мы пойдем по интереснейшей орбите около Кербина. Ого! Вот это сказочно. Сейчас, после этого, мы еще вернемся к Луне, да? Ну-ка. К Муну. Все хочется назвать ее Луной почему-то. Хотя это не Луна ни разу. Отлично, да. Проходим около Луны. И после этого опять покидаем Луну. И летим уже по траектории. А, стоп, а что? Мне как-то другую траекторию показывал. Что он еще как-то должен будет. Мотануть его должна, блин, да?
Была же еще одна траектория, по которой... Ага, уже все, уже все. Теперь у нас дикая скорость входа в атмосферу. Дичайшая, я бы сказал, стабилизация. У нас есть все шансы как раз таки именно влететь до самой-самой, что называется, до самой, что называется, до самого низа. Вот мы уже прошли плотные слои атмосферы, а мы все, у нас горение. Так, парашюты выбросили. Хорошо, хоть у меня было еще немножечко остатков топлива. Ну вот такие вот дела. В принципе, так, стабилизацию уже можно отключить. Отключаем, все, нормально. Да, имели все шансы еще и зато прям, что называется, очередную, до самого-самого дна достать. Поговорили, показал я вам заодно, как это бывает. Конечно, парашютов тут просто валом, просто не знаю, чтобы... Ну, надеюсь, не оторвет на скорость. Просто уже такая, что не должно не отрывать, хотя никаких особых, опять же, закреплений не делал, поэтому может дернуть, оторвать, например, вот эту вот часть от нижней легко. Ну, но выдержала. Ну, в принципе, все, теперь спокойненько вообще, как не знаю что, 4,8 метра в секунду, приземляемся. Так, вырубаем движки, уже это не нужно, это не нужно. Кстати говоря, вот этот пудл, его называют еще пудель, движок, он, конечно же, не самый оптимальный, не самый лучший, но у него есть свой плюс. Он очень хорошо приземляется, он очень крепкий, у него очень хорошо и легко можно приземлиться даже. Так, ну что ж, посмотрим. То есть вообще все идеально, никаких вообще проблем, никаких разрывов. А, ну да. И все, космический центр. И теперь мы заберем наши тестовые механизмы. И в следующей серии я сначала вам покажу, как уже делать, как делать subassemblies. Так, не туда. Как создавать правильно subassembly, чтобы у вас получалось именно то, что вы хотите. Посмотрим, почему у нас 10 тонн оказались не 10 тоннами и так далее. И заодно посмотрим, даже немножко, за то, что я залетел до минуса, мы еще 15 санцев получили, отлично. Ну и посмотрим, как, попробуем долететь все-таки до Луны и побывать там. А с вами был Реанор, пока-пока и счастья вашему дому. До следующих серий.